10 фактов о кислородном тонике Genel. Первое. Завершает процесс очищения, помогая удалить остатки очищающего средства и внешних загрязнений с кожи лица. Второе. Восстанавливает pH кожи и барьерную функцию кожи. Третье. Успокаивает раздраженную кожу. Четвертое. За счет активных пептидов омолаживает и восстанавливает клетки кожи, сокращая глубину морщин. Пятое. Березовый сок, как природный антисептик, уменьшает раздражение и воспаление. Шестое. Повышает тонус кожи и восстанавливает уровень увлажненности за счет органического кремния в составе. Седьмое. Освежает, выравнивает тон кожи, возвращая естественное сияние. Восьмое. Подготавливает кожу к нанесению базового домашнего ухода, помогая активным компонентам из его состава глубже проникать в эпидермис и эффективнее воздействовать на него. Девятое. В сочетании с энзимной пудрой дает отличный результат, как очищающая и подтягивающая маска. Десятое. Удобное нанесение с помощью мелкодисперсного распыления, экономия каждой капли. Тоник Genel влюбляет в себя с первого применения.